Всем привет, с вами Андрей, мы продолжаем Random Adventures Рогалик 2, вторая часть у нас. Собственно, у нас шестой уровень персонажа, воитель. У нас вот такой вот инвентарь в данный момент. И у нас с нами еще питомец третьего уровня, дракон зеленый, судя по всему. С тремя активными перками. Как вы видите, у него атака 31, то есть он за пару ударов большинство врагов съедает. Ну, кого не съедает, мы потом сами добиваем. А у нас по квестам, собственно, наша задача, основная, конечно, задача, это найти подсказки о нахождении тирана, найти 10 когтей, у нас пока нет такого количества, найти 5 крови, у нас 4, найти 5 клыков, у нас 2, и найти медные слитки, ну, прям медные слитки, это прям крайне редкое явление в наше время, поэтому как-то так. По когтям, сложно сказать, у нас не так много когтей. Давайте посмотрим в тайнике, есть ли вообще у нас когти. У нас когтей нет в тайнике даже. В инвентаре у нас их подавно нету, как вы видите, у нас чисто кости. Поэтому когти это прям вообще антиквариат еще тот. Да, вот. Поэтому мы просто гуляем и желательно, конечно, найти своего город со своим этим хранителем, так называемым, смотрителем, как угодно назовите. Вот, если вы найдете именно со своим смотрителем, вот видите, он 5 крови просит. Вам просто будет дешевле и проще получать с него монеты. В идеале, конечно, попробовать приручить этого, поймать монстра, дроув. Но видите, как вы видите, у нас не получается ни хрена. Мы пропускаем урон. По самый последний момент. На самом деле у меня в большинстве случаев оно так и получалось. То есть я до последнего, грубо говоря, не мог его добить. И потом в конце, собственно, вот этого дроу, как вы видите, у нас он второго уровня. Кстати, это он милишник, то есть он лучник-милишник и просто обычная атака. На самом деле интересно. У меня был похожий моб, он сатирует называется. Тоже похожий принцип у него. Но единственное, атака, конечно, у него дохловато. То есть атака 18, например, у того же дракона была атака явно больше. Но все-таки. У нас закончилась магия. У нас, кстати, 5 крови. А теперь мы можем, в принципе, тащить кровь на, получается, на 9-8. Давайте ее оттащим. Мы находимся на 11-7. Дотащим кровь. Давайте поспим, для того, чтобы восстановить нашу магическую силу. 9-8 это получается. 9-8. Собственно, торговцу подходим, отдаем кровь. Мы получаем отметку торговца. Ну, на самом деле, по отметкам торговца я их храню в этом. В тайнике. Не знаю, насколько они эффективны. Но в любом случае, они наверняка для чего-то нужны. Я, по крайней мере, не нашел их функциональность. Собираем песок. Вот еще какой-то армор. Интересный моб. Давайте его попытаемся тоже приручить с первой попытки. Получили бронзовый топор. Как вариант, можно будет его попытаться разобрать. Посмотрим, что это за армор по навыкам. Ну, видите, какой-то у него. Два навыка и удар 13 всего лишь. Поднимем этот бронзовый топор. Попытаемся его разобрать у НПСа. Вот, кстати, псевдодрагон. Давайте его попробуем тоже заприручить. Не знаю, возможно, он очень сильный. Не знаю, насколько. У нас не получилось его приручить. Попробуем убежать. Да, нам удалось сбежать. Давайте попробуем еще поспать. Я просто хочу попытаться приручить этого дракона. Мне просто интересно, что он из себя представляет. По навыкам, собственно, у нас поймать монстра 8 из 100. Необходимо 9 единиц магии. У нас 4 очка опыта.
И у нас управление монстрами первого уровня пока что. Дровосек третьего. Вампир. Ну, вампир это восстановление при атаке, восстановление очков жизни. А владение кинжалом на девятом уровне. Давайте попробуем еще раз дракона отпинать. Питомцем. Для начала попытаемся поймать сначала. О, с первого удара, видели? С первого удара поймали его. А теперь, собственно, забиваем его. Получили чешую. Получили седьмой уровень, отлично. Подняли чешую. Собственно, дракон, псевдодракон. Вот, кстати говоря, обратите внимание, у него жало, судя по всему, стинг. Видимо, достаточно тяжелый дракон тоже. Кстати говоря, наш дракон тоже седьмого уровня. Давайте их сравним. Собственно, 57 и атака 22. У нашего атака 31 и хп 73. Ну, я думаю, понятно, что наш дракон лучше, чем этот. Хотя они по уровню плюс-минус одинаковые. А, собственно, подсказывает то, что у нас свободные очки навыков есть, но нам их некуда тратить, поэтому нет смысла. Что касаемо бронзового топора, как вариант его попробовать к торговцу разобрать. У нас очень сильный голод, заодно надо добежать до этого. Попытаемся его поймать с первого раза и забиваем. Получили чешую. Собственно, еще один дракон. Ну, кстати, это, наверное, уже такой у нас был. Да, мы дублирующего дракона поймали. Нам дублирующий дракон, я думаю, не нужен. Собственно, дублирующие дубликаты нам не нужны. Поэтому давайте от него избавимся. Green Dragon, собственно, отпустим его. Он исчезнет навсегда. Пускай бежит. Нам дубликаты просто не нужны. Смысл нам от дубликатов, если они нам не делают погоду. Нам также нужно отметку торговца выложить. Она нам занимает место. А, наш питомец подрос до 4 уровня. Собственно, в тайник убираем эти отметки торговца. Ну и, собственно, чешую. Кости нам также не нужны. Пускай они валяются там. Песок нам тоже не нужен. А у нас седьмой уровень, как вы видели, у нас получили. Поэтому нам бы в идеале апнуть себе снаряжение по возможности, прокачав его уровень. Собственно, есть деревянный топор, но мы сейчас его пойдем разбирать, нам он не нужен. Большое количество стрел, болтов, камней и так далее. А наш персонаж очень сильно хочет кушать, давайте его покормим. Покормили персонажа. Ну, собственно, как я говорил, у эльфов не особо дорого будет, потому что мы человек, для нас это очень дорого. Подняли еще растения. А, собственно, это полурослик оружейный. Ну, у него, как видите, все медное, кожаное. То есть деревянный топор, опять же, нам не актуален. Поэтому нам в этом вопросе, конечно, не особо везет. А можно сделать, например, я находил рецепт. Если, например, вы освежеваете монстров, то есть забираете с них шкуру. Ну, понятно, я уж навык мясника нужен и тесак. Но факт в том, что вы освежеваете монстров. Вот, собственно, с помощью вот этого охотничьего ножа. Вы получаете с них шкуру. И эту шкуру уже превращаете в кожаные. И опять же, нужно рецепт иметь на превращение этой шкуры. То есть там 2-1 вроде идет. Опять же, его надо найти сначала. Поэтому из дерева, конечно, снаряжение сделать проще в этом вопросе. Давайте сделаем себе еще деревянный кинжал, попытаемся. Обычный деревянный, но я думаю, для обычного деревянного. По крайней мере, оно.
кинжала, потому что мы просто в самом начале нашли кинжалы и просто владеем ими уже. У нас 9 из 50, глядишь, рано или поздно раскачаем на максимум кинжалы и будем много урона наносить. В идеале дойти до кузнеца. Но тут я что-то пока его не наблюдаю. Третий моб какой-то, давайте его убьем. Получили черепок, но черепки они такие себе. Еще какой-то моб. Давайте попробуем его приручить. Потратим немножко магии. Потратили всю ману, и она... Так, момент. Ко мне приехали.